Три раунда по две минуты. Победителя определяет точность ударов, дошедших в цель, то есть в соперника. В Ульяновске прошло первенство по боксу среди юношей 15-16 лет. Почти 60 боксеров поборолись не только за медаль, но и за место в сборной Ульяновской области. Хотелось бы отметить общий уровень подготовки боксеров на территории Ульяновской области. Растет с каждым годом. На некоторый период у нас девочки вышли чуть-чуть вперед, но юноши прибавляет из года в год. Если раньше нам, допустим, как-то это, ну, предпочитали какие-то другие виды там, спорта и так далее, там, вот, в основном футбол, а сейчас бокс. Вот это очень радует, потому что бокс, он, это базовый вид спорта, он формирует на самом деле характер, мужество, все виды, остальные виды из наборов только отталкиваются от базового вида спорта, это бокс. Как говорят тренеры, оценить подготовку спортсмена в полной силе можно только на ринге. Лучшего определяют в каждой весовой категории. К примеру, победителем в классе 57 килограммов стал Алексеев Матвей. Это уже моя третья область, которую я выиграл. Вот из четырех раз. Первый раз я поехал, стал третьим, а три года подряд стал первым. Сейчас в планах провести на территории Ульяновской области турнир, посвященный герою России Олегу Лобунцу. Дата и время пока на стадии рассмотрения. Александра Никитина, Герман Баранов, УПРАВДА ТВ.